идем по улице, там февраль месяц, минус 30, какая-то женщина выходит с двумя ведрами на себя, хлобысь-хлобысь, значит, воды. Я говорю, это моя мама. Я думаю, вот что бы я посоветовала молодым людям, это, конечно же, основание хорошее иметь, прежде чем вступить в брак. Если ты не можешь найти себе церковь, то можешь ее, в принципе, начать. Угу. Вот, как это у меня произошло. Друзья, у вас есть возможность услышать то, как Бог приводит к себе людей. Людей той самой волны спасения начала 90-х годов, когда наша страна лежала в руинах, можно сказать, в нищете, когда изливался этот первый благодатный дождь спасения, пробуждения. У нас в гостях пасторы Открытой Церкви Вадим и Ирина Никоновы. Я рада вас приветствовать, и поэтому я приглашаю вас сразу поделиться тем путем, который вы прошли. Прошли к Богу, прошли с Богом. Как произошла ваша эта первая встреча? Что вас увлекло вот в ту жизнь, в которой вы находитесь сегодня? Ну, я, наверное, начну. У меня это началось с поиска, то есть Бога искала моя мама. Угу. То есть она прошла очень много разных там культов и меня вовлекала. Угу. И на определенном этапе я сказал, все, меня никуда больше не зови. Да? И вот она пришла домой, сказала, что она пережила крещение Святым Духом, начала мне демонстрировать говорение на языках. Вот. Для меня это было очередной ее вот этой вот фишкой такой, увлечением, да. Потому что до этого она очень сильно увлекалась Порфирией Корнеевичем Иванов, такой есть обливанием, да. Там голоданием, вот и все такое. И мне как-то мои друзья рассказывали, говорят, представляешь, идем по улице, там февраль месяц, минус 30, какая-то женщина выходит с двумя ведрами на себя, хлобысь-хлобысь, значит, воды. И я говорю, это моя мама. Ну, в общем, вот так вот. И она была действительно ищущий человек, и когда она пришла и вот начала мне рассказывать, что она теперь верит в Иисуса Христа, и Бог живой, вот, это уже было так и для меня. Я сказал, мама, очередные два ведра воды. Да, тебе это интересно, здорово, я рад за тебя. Вот, но ради приличия и уважения к ней я сходил на собрание, мне там ничего не понравилось вообще. То есть меня раздражал пастор, вообще все, что происходит. И это была такая община очень консервативная, я был такой очень такой модный современный парень, 19-летний. Сколько вам было, 19? Да, да. Вот. Но очень-очень глубоко разочарованный в жизни. Вот. Соответственно, тоже какие-то внутри поиски были. Я вот задаю вопрос себе, почему я не стал комсомольцем. А история тоже интересная такая. То есть меня из-за этого вызывали на педсоветы и родители. Это было там, значит, пощечина вообще школе. Как так? Да. Потому хотя что бунтарь такой. Носил. Хотя я был, да, знаменосцем. Там, то есть я всегда был вот где-то вот впереди. Да? Знаменосцем был, а потом осознанно, публично заявил, что в комсомол не вступаю. А почему? Потому что у меня сестра родила, в университете училась на первом курсе в Москве, вышла замуж, родила ребенка, и я ездил помогать с племянницей, значит, нянчиться. И вот я уехал в августе и в сентябре задержался. И потом получилось так, что меня, в общем, комсоргом избрали. Вот. Без того, меня. Без членства. Единогласно класс избрал меня комсоргом. И мне сказали, когда я приехал, мне сказали, нужно тебе быстренько сейчас в комсомол вступать, потому что там будет какая-то встреча, в общем, ты уже комсорг. Я говорю, подождите. И как-то мне это показалось ненастоящим. Вот, И я вот уперся, сказал, я вот из-за этого факта, вот просто вот именно из-за этого факта. Что меня насильно как бы вписали в историю? Да, в систему вот в эту. То есть меня не спросил никто, да. Вот. И меня начали таскать везде там, по педсоветам, вызывать. Но я стоял на своем. У меня даже азарт какой-то появился. Тогда уже это не было так опасно, как, например, в 80-х. Уже не так. Вот. Я был разочарованный в системе, я был разочарованный в семье, потому что родители развелись. У меня был такой драматический сюжет в жизни. Там, в 6-м классе меня бросила девчонка. Да? То есть я никогда не хотел семью.
Угу. Вот. Ну, потому что в семье видели полное разочарование. Да. Да. Вот. И я не знал вообще зачем, куда я живу, для чего я живу. Потому что я планировал после 10 класса поехать в Ленинград, учиться в институте кинематографии. Вот. У меня была камера, я там угу. увлекался. А потом вот 9-10 класс скатился. Угу. Как бы так, что перестал ну, интересоваться вообще чем-то таким вот развитием, я имею в виду, личностным, mm-hmm. да, mm-hmm. то есть просто вот тусовки, что-то как-то вот и пустота внутри, такая вот просто глубокая. Mm-hmm. Вот. Поэтому мама увлекалась, и я вот приходил, там mm-hmm. один культ, другой, и вот вера в Бога тоже для меня это как один из культов был. Вот. Но она единственное сказала, что я буду за тебя молиться, и вот я постоянно за ней подглядывал, как она там молится, mm-hmm. стоит на коленях. И она действительно, она молилась за всю семью по много часов. Для нее горячо. Это было mm-hmm. очень, да. Ну, она была тоже человеком, который в таком уже сознательном возрасте пришел к Богу. И она говорила, как я жалею, что раньше этого не произошло. И как mm-hmm. я рада, и буду рада, если вот ты, там, сестра, mm-hmm. вы mm-hmm. будете верующими. И для меня это все так mm-hmm. выглядело очень... И, вот. И как долго она молилась, и в итоге и этих молитв недолго. Произошла встреча? Ну, может быть, месяца два, наверное, у нее на это ушло. Вот. И в один прекрасный момент, то есть я вот в состоянии алкогольного опьянения, такого, ну, то есть я не спал, выпил очень много водки с другом со своим, мы говорили о смысле жизни, я оказался на собрании. Сам пришел, в принципе, сам не знаю как? Пришел, потому что нечего было делать. Дело mm-hmm. было не вечером, да, делать было нечего, дело было mm-hmm. утром, но делать было реально нечего, и я думаю, зайду-ка я на это собрание. Вот. Но если вот брать эмоциональную сторону, это было так, я шел, брел по городу, я не помню, как я там оказался, в этом районе, где как mm-hmm. раз была церковь, это было, так скажем, сверхъестественно, да. Mm-hmm. И я вот помню этот серый город, вот это серое настроение, вот mm-hmm. эту депрессуху, и как вот в фильме «Списка Шиндлера» там есть такой сюжет, когда черно-белый фильм и красная такая девочка. Я вдруг uh-huh. увидел вот маму, да? Uh-huh. Я такой увидел маму цветную, вот подумал, uh-huh. Наверное, здесь как что-то раз происходит. Есть эта церковь, uh-huh. пойду схожу. Вот. И я когда зашел на собрание, специально сел на последний ряд, чтобы она меня не увидела, как бы. А она повернулась, увидела меня, там заплакала, сказала, сын пришел, там я думаю, ну вот, спалился. Uh-huh. Вот, и попросил ее, чтобы она меня не трогала. Я говорю, здесь посижу, как бы uh-huh. нет. Ну и вот просто сидел на собрании, вот, в своем там, uh-huh. погрузился в свой внутренний мир. Вот. И в конце собрания у меня появилось очень глубокое желание вот, обратиться к Богу. То есть это был первый такой очень uh-huh. осмысленный, серьезный шаг. Вот, я начал молиться как мог, да, и потом неожиданно для себя начал говорит на языках, вот, и это было, ну, на самом деле, самым незабываемым, наверное, для меня переживанием, да, что вот на меня там кто-то обратил внимание, да, невидимый, но я его видел, чувствовал, буквально физически, да. Mm-hmm. Вот. И это проявлялось вот в этом сверхъестественном да. событии, таком даре, да? Да. Почему вот я, допустим, ну, к говорению на языках отношусь очень серьезно, что то есть это не теологический вопрос для меня, это вопрос пути Бога к человеку. То есть если Богу хочется человека вот через это привести угу. к себе, вот, то вот поэтому он это использует. Вот для меня это было так. Для вас до сих пор это, вот вы сейчас уже являетесь служителем церкви, для вас до сих пор этот момент важен, и вы обращаете на него внимание для новообращенных. И в церкви старайтесь все-таки ну, поддерживать. Это конечно, мое мировоззрение изменилось, потому что тогда для меня это было, ну, как учение в церкви так было. То есть, если ты говоришь mm-hmm. на языках, значит, ты христианин, крещенный mm-hmm. Святым Духом. Если не говоришь, значит, не крещен. Вот. Сейчас у меня мнение другое. И второе, то, что ну, я считаю, что есть суверенитет личности. И, соответственно, навязывать, например, угу. то есть мы никогда не навязывали детям, там, что они должны там, читать Библию там, или должны ходить в церковь. Мы воспитываем угу. детей в свободных взглядах. Вот. Точно так же, например, я рассуждал по поводу того, что вот, ну, что я буду делать, если мой ребенок, например, угу. никогда не заговорит на языках. Ну что я его там не буду любить из-за да, этого да. или буду к нему как-то по-другому относиться или говорить, что ты там какой-то неполноценный.
Ирина, поделитесь своей историей, как вы пришли к Богу? У меня не такая драматичная история и наполненная событиями. Мне было 15 лет, это был 92-й год. Я училась в 8 классе, и в город приехали летом американцы. И вот мы пошли первый раз посмотреть на американцев. Кто же это такие? Потому что дальше своего района никогда вообще не выезжала. А это здесь что-то такое приехало. И вот мы поехали с подругой. И, наверное, первый раз слышали Евангелие. Конечно, я думаю, что... я ничего не помню. Но я помню, что молитву покаяния мы произносили. Я произносила. И я думаю, что это как семя упало и потом проросло, потому что проросло через, это как раз если лето, ну через 3-4 месяца, когда в школе у нас появился преподаватель по психологии, по логике, по риторике, новый преподаватель, я перешла в новую школу, гимназию. Собственно говоря, из-за этого предмета я именно и перешла в эту школу, что тоже в то время были школы обычные, а это здесь вдруг школа, в которой вот какие-то такие предметы преподавались, плюс гимназия. И этой преподавателем оказалась мама Вадима, которая нам проповедовала. И вот я думаю, что тогда, вот, наверное, семя из, ну, вышел росток из земли. Тогда мы услышали Евангелие, поняли всю суть, зачем Иисус пришел в этот мир, что Он сделал лично для меня. И вот тогда, наверное, это было уже вот такое осознанное принятие Христа в свою жизнь. Как оно развилось? Мы начали в школе, у нас где-то, наверное, полкласса, мы были, ну, реально жаждущими, то есть вот... Я не знаю, тут, наверное, что-то просто мы слышали, что-то такое, может быть, почувствовали эту пустоту. Хотя я, ну, росла в семье, в полной семье, обычная советская семья. То есть у меня родители были не пьющие, ну, прям вот хорошая семья. И я иногда даже сейчас, ну, например, молюсь или задаю Богу вопрос. Господь, вообще, вот как ты меня вроде нормального человека, ну, без проблем, без каких-то, вот ты меня нашел и вот к себе привлек, призвал меня к себе. Вот. И вот в такой я семье выросла, и, но все равно вот Евангелие как-то до меня дошло. И потом мы начали посещать как раз группу. Мама приглашала Вадима к ним домой. Ну, на нас учеников, такое, да. И вот мы там, нам там рассказывала Евангелие, и потом мы попали уже в собрание. И жизнь, конечно, поменялась, потому что я тоже такой была девочкой активной, в походы ходила, музыкой занималась, то есть такая по кружкам ходила у меня, родители туда-сюда развивали. Отправляли, да, развивали. Вот. И, а в церковь мы попали в церковь, которая была очень традиционная, консервативная. Сразу поменялся стиль одежды, сразу это платочек обязательно для молитвы. То есть реально жизнь очень сильно трансформировалась. Хотя я помню, какие грехи были в 15 лет. Я молилась, просила со слезами, чтобы Господь меня простил, что я там засмеялась, когда там человек заик... Вот до сих пор я помню это. Женщина заикается, и мы просто идем подростками смеемся. Вот такие были грехи. Как бы я вот за такие грехи каялась и там молилась в слезах. Вот. И так началось как бы христианство, которое, в принципе, продолжается с тех пор по сегодняшний день. Хотя уже вы в другой церкви стали сами служителями. Наш второй вопрос хотела вас спросить о вашей семье. Вот. Есть ли у вас та история, которую вы хотели бы поделиться с молодыми людьми, с теми, кто хотят вступить в брак? Что ценное вот в союзе? Как найти правильного человека? Я думаю, вот что бы я посоветовала молодым людям, это, конечно же, основание хорошее иметь, прежде чем вступить в брак. Сейчас много курсов проводят, там, брак из семьи или подготовки к браку. Но вот основание, которое я получила, я уехала в библейскую школу,
уговаривала слезно родителей, чтобы меня отпустили в Москву на год. То есть я должна была жить там самостоятельно, сама зарабатывать деньги и снимать квартиру и учиться. И я очень благодарна, что вот это основание, оно очень глубоко во мне и до сих пор каким-то... вот я до сих пор и сейчас вспоминаю те вещи, которые были заложены тогда, когда мне было всего 17, там, 17-18 лет. Вот на этом пороге я была как раз в библейской школе. А в это время Вадим, ты можешь продолжить эту историю, искал себе жену. Да, у меня поиск был очень долгий такой. То есть понимал, что ищет себе жену, молодой человек. Ну, в 23 года, то есть вот прежде чем я Ирине сделал предложение, я уже стал пастором. Опять же, неожиданно для себя. Вот. Из-за того, что я разочаровался вот в тех традициях той общины, в которой я был, и у меня не было возможности перейти в другую общину, как вот, допустим, сейчас в одном городе несколько общин, и сейчас вот злободневная проблема, когда вот люди там переходят, да, ну, проблема, не проблема, не знаю, ну, реалии жизни, да. Тогда этого не было. И мама моя тоже, вот, мы как-то потеряли вот ценность этой общины. И мы просто ходили в лес, молились как-то вот, потому что молились громко. Вот. И не всегда это дома комфортно делать, чтобы соседям было тоже не мешать. И поэтому вот на этих лесных молитвах родилась какая-то внутренняя уверенность, что нужно что-то делать. И у меня такой слоган родился. То есть если ты не можешь найти себе церковь, то можешь ее, в принципе, начать. Вот, как это у меня произошло. Вот. И я не жалею о том, что я это сделал, потому что мы ее, мы назвали ее «Открытое небо», эту церковь. Потом группа такая появилась. Мы позиционировали ее как вот такую современную общину, современные люди с древним посланием. Мы это так не выделяли в какой-то слоган, просто молились, искали Бога и заточили себя на евангелизацию. Потому что маму из школы выгнали из-за того, что она постоянно говорила о Христе. Вот. Сначала из школы, потом из училища. И, в общем, мы вот сколько мы служили и служим, то есть у нас всегда задача такая, это приводить людей ко Христу, неважно каким способом. Даже вот мы сюда, в Петербург, переехали, да, это миссия в бизнесе, да, то есть мы были внутри этой миссии, как через бизнес можно людей приводить ко Христу. Убедились в том, что если это системно как-то, это очень сложный процесс, потому что все должно быть естественно. То есть у меня вот есть знакомый, он таксистов к покаянию приводит, да. У него прям хобби такое. Он специально, у него есть там две машины, он просто постоянно ездит на такси, потому что у него получается разговаривать. А, как таксист, пассажиров он приводит. Он как пассажир таксистов приводит ко Христу. А, вот да. Как. Причем у него есть как-то, то есть он за время этой поездки, он может там разговориться о проблеме, которая, как правило, у человека есть, там, или в семье, или с детьми, там, или со здоровьем. Вот, они начинают молиться, бывает сразу же какие-то сверхъестественные вещи происходят. Но, по крайней мере, он выходит из такси через 30 минут уже с молитвой покаяния, там, обменяясь телефонами. И я однажды в Москву, мы вместе с ним там встречались, вот он говорит, сейчас за нами приедет машина. Я, говорит, ему прошлую поездку вот, рассказывал о Христе, и он сказал, что если ты будешь в Москве, только я буду тебя возить. Ну, в общем. И это общение продолжилось, и вы создали церковь. Вот так вот она евангелизационным путем создалась. Да, это в 95-м году. Вот, мы начали общину, и на протяжении 15 лет мы вот служили в Тольятти, пока не переехали в Петербург. И вы нашли себе свою супругу. И про жену, да? Да, мы хочу историю. И я искал себе жену. У меня было две неудачных помолвки до этого. Вот. И я рад, что они были неудачными. Вот. Потому что сейчас, уже проживя столько времени вместе, ты понимаешь, что действительно есть идеальный человек, которого Бог тебе как бы вот как-то вот вас встречает. Да? Вот. Несмотря на то, что мы верим в то, что нету вот там вторая половина вот этих принципов, да, человек способен быть счастливым, если он понимает, что если он настроен быть счастливым. Да, да. Вот. Поэтому, я влюбился в нее уже 24 года, мы вместе. Вот.
Для меня было это неожиданно. Почему? Потому что мы знакомы достаточно давно, и вот она в 15 лет пришла в церковь и была всегда для меня такой вот, ну, девчонкой. Угу. Даже я помню такой момент, когда я один парень за ней ухаживал, вот, и она ко мне обратилась, я был молодежным лидером, она говорит, вот что ты скажешь? Я говорю, это не твое. И мы с ней вот молились там о том, что давай пусть твое будет. И вот это было искренне, абсолютно чисто, без всяких, да. И в тот момент, когда я ей посоветовал, что нужно поехать в библейскую школу, вот, и были проблемы тоже там с родителями, родители наотрез отказывались, потому что она в университете училась, вот. И нужно было бросить университет? Не бросить, просто нужно было, да, на год уйти, но они все равно были против. Но это были 90-е, и представьте, какая информация была, что баптисты приносят детей в жертвы. То есть это была баптистская школа? Нет, это же все называли баптистами, называли всех, кто... Христиан. Да. Кто, да. Никто не православный. Да, да, кто не православный. Все баптисты. Угу. И она уехала учиться, и что-то произошло в ее отсутствии? Она была во время приезда. Год в библейской школе, а до этого был на молодежном лагере, вот мы поехали в молодежный лагерь, молодежь, там все вот мы были, и вот тогда вот впервые в жизни что-то у меня так вот выстрелило, вот тогда, в этом молодежном лагере, вот, что-то как-то вот... Искра. Так, да, вот такой вот обычно взгляд у мужчин. Вот как-то выстрелило. Ну так, да, выстрелило. Потом я в Москву приезжал, вот несколько раз как-то вот в гости, якобы проездом там и так далее. То есть возникло понимание, что она может быть той самой супругой. Да, но из-за того, что у меня было две неудачных помолвки, я для себя там зарекся внутри, что в ближайшие 2 года я этот вопрос не поднимаю для себя. Потому что в той среде, в которой я был до этого, это вообще считалось чуть ли там не греховным. Да? То есть... Я, так скажем, как служитель, да, имею такую репутацию, вот, какого-то такого человека, который не умеет решения принимать, не умеет выбирать там, и так далее. Хотя я был всегда в этом искренне, на самом деле. Ну, в итоге вы не можете сказать, что именно вас привлекло в Ирине? Привлекло в Ирине... Нет, самое-то интересное, когда ты... Знаете, что привлекло? Я сейчас скажу. Из-за того, что мы друзья. И сначала мы были друзья. Очень близкие друзья. Вот. И вот именно это для меня стало ключевым. Что я понимал, что она меня никогда не предаст, никогда не бросит, потому что мы с ней будем там всю жизнь дружить и общаться. Вот мы с ней общались. Поэтому мы, допустим, там детям это советуем. И вообще, в принципе, если у меня спрашивают совет, то есть я говорю, во-первых, нужно просто вот, пообщаться, вообще подружиться, стать людьми, которые вот друг другу симпатичны. Да? Вот. Естественно, например, если для христиан советовать, где это? Это, естественно, первое место, это там церковь, община, которую посещают. Но не факт. Допустим, сейчас вот есть очень много счастливых семей, которые через интернет как-то первые контакты. Вот. Но все равно я советую вживую пообщаться, да. Ирина, что вы нашли в итоге в Вадиме? Почему вы решили, что это он? Вот когда была в библейской школе, я тоже, конечно, в оба глаза смотрела. Где мой жених? Где мой жених? Я тоже искала. Я не помню, делилась я об этом с Вадимом или нет, но я тоже искала. И когда приехала уже домой, вот Вадим сделал мне предложение. И мы, как такие настоящие верующие, нам посоветовали неделю попаститесь, помолитесь. Думали, взвешивал. Хотя у меня было сразу решение, что да, это мой человек. Потому что мы были друзья. И даже, знаете, до сих пор, сколько лет прошло, мы утром пьем кофе, и мы не можем отпустить друг друга, потому что не можем до сих пор наговориться. Вот такие ощущения. То есть вот это полное принятие и поддержка друг друга, да. То, что как раз реализуется в дружбе, да. Правильно? Да. То есть это самое главное, самое основное, вот эта уверенность в другом человеке, правильно? Да. Вот это у тебя хорошая история про «Накорми голодного». Ты ездил в Швецию.
Это очень тоже ярко. Если можно кратко. Это просто... То есть, я был на конференции, и вот во время конференции там программу «Накорми голодного» презентовали. Угу. И там проповедник говорил такую вещь, что если у человека есть потребность, допустим, в одежде, Бог хочет дать одежду, там, если еду... Вот. Я для себя интерпретировал это послание как то, что я хочу семью, да, и это не завтра будет, это сейчас будет. Я приехал со Швеции и сразу же поехал к ней. Угу. Вот, хотя до поездки в Швецию у меня не было... Понимания, что собираешься жениться. Ну, не то, что понимание, да, вот, что я буду вот в ближайший там, там год кому-то предложение делать. То есть у меня было табу такое. Угу. Вот. А тогда ты понял, что это сейчас, если есть решение? Ну да. Ну, а еще это, ну, я уже был в таком состоянии, что вот я, допустим, вот из дома ухожу, да, вот мы 24 года вместе, да, мне 47 лет, я такой взрослый мужик, живу вот в этом развращенном мире, да. Я вне дома, я тоскую, то есть я хочу домой, вот, и что мы делаем? Просто сидим, пьем кофе. Ну, вот так. Вот в заключении программы хотела вас спросить, что бы вы определили, как бы вы кратко определили, что есть ваше призвание? Я думаю, не только мое, и вообще, в принципе, но вот мое призвание. И я хотел бы прожить жизнь так, чтобы, когда я встречу Иисуса, мне было не стыдно вот ему посмотреть в глаза и сказать, ну вот, все, что нужно было сделать, сделал, да. Вот. Хотя не в этом суть, потому что, наверное, это еще, может быть, и семьи идет, да, потому что нас часто оценивают, потому что мы сделали или не сделали. Вот. Но для меня призвание – это приводить людей ко Христу. То есть, если моя жизнь вдохновляет кого-то прийти ко Христу, мои какие-то действия, там, моя проповедь или что-то еще, то вот это я вижу смыслом своей жизни. И все, что я делаю именно через призму вот эту. Спасибо вам большое.